Вот тема, которая объединяет, которая А вот круглый стол «Труд, ответственность и справедливость», он приурочен ко Дню народного единства. Сегодня собраны представители тем, кому близка эта тема, которые на государственном уровне решают эти вопросы. Вот партия «Труда и справедливости» 30 лет. Первое. Сейчас мы строим новую политическую систему. Партии все, дается им новый виток после закона о политических партиях. Второе, конечно, поднимается вопрос, который партия поддержала, это обоснованные социальные поддержки и поддержка человека труда, мотивация человека труда. Ну и, конечно, мы на базе медколледжа собрались, потому что здесь справедливость, социальная защита, все пересекается. И в медколледже есть интересный волонтерский проект, который совместно с комитетом по труду и соцзащите и нашей партией мы хотим поддержать именно волонтерский проект по уходу за лежачими и пожилыми людьми. Добрый, глубоко уважаемые коллеги, позвольте открыть встречу участников круглого стола «Труд, справедливость, ответственность», приуроченного ко Дню народного единства. Уважаемые коллеги, я думаю, я вправе так нас всех называть. Дело в том, что я хочу вас поприветствовать в стенах медицинского колледжа, которому более 150 лет. Наша давняя история говорит о том, что человек живет, работает, чувствует себя социально активно, когда он здоров. И наше учреждение в первую очередь готовит специалистов, которые стоят на страже здравоохранения. Это в первую очередь связано с тем, что наша с вами задача, вот как раз таки тема круглого стола «Труд, справедливость и ответственность» является рефреном для наших специалистов. Поэтому не случайно мы с вами встречаемся в стенах нашего учреждения. В настоящее время в нашей стране выстраивается своя политическая система. На политическом поле Республики Беларусь функционирует, вы можете их обратить внимание на слайд, они отмечены следующей партией. Белорусская партия «Белая Русь», Либерально-демократическая партия Беларуси, Коммунистическая партия Беларуси, Республиканская партия «Труда и справедливости». Названные партии осуществляют свою деятельность в соответствии с законом Республики Беларусь о политических партиях, и все они прошли перерегистрацию в 2023 году. Уважаемые коллеги, участники круглого стола, очень важно, что в трех тезисах «Труд, справедливость и ответственность» приурочены к Дню народного единства, отражены наши главные фундаментальные опоры нашего государства. Все эти три составляющие при наличии баланса являются основой единства. Когда интересы страны превыше всего, а интересы граждан в центре этого.